Короче так, сегодня идет передача очень интересная. Во-вторых, ох, солнце уже перестает светить, сниму-ка я очки. В отличие, хорошо, что Толстый не пришел, а то он, блин, меня сейчас свалит с этого корабля. О, Толстый! Только нет, ты Толстый! Мать подери! Что ты подери? Это не я. Это совсем другой человек. Ну что, вали отсюда. Продолжать нашу передачу. Короче, я не знаю, вчера из-за осады сбежал один пес. Он такой хищный был. Он ходил везде, где не надо. Он сбесил меня. Мамочку позвали. Один маленький малыш тоже был во дворе. Только и мамочка рассказала. Эй, сынок, если ты не будешь собаку беречь, то я тебя поцелую так, что у тебя аж вся шкура снимет, и только останется один скелечек. И сынок сказал, ну да, понял. А потом, когда мама ушла домой, мама подглядывала, сынок сам это себя сделал. Какая беда. Ну, потом был Новый год. Дед Мороз ему подарил такой вот дом, такой шикарный дом. Там были всякие там ведьмы нарисованы, как будто бы вот там были маски всякие одевающие. Все в крови. Тайна. Открываем. Ну, короче, передача сегодня закончилась. Ой, нет, у меня же еще много передач. А сколько я могу... Нет. Я закроюсь от Толстого. Чи-чи. Все. Можем продолжать? Все. Стих. Стирание. Охрана. Пожарная сигнал. Что? А, это мне показалось. Короче, я, когда вот мою руки, ко мне зашел какой-то человек с ножом, и он сказал, короче, так, набери нож и чисти им зубы, понял? А если не будешь, дай тебе поцелуй в губы, и все, понял? До свидания, ребята. А я говорю, это такое говорю, ну, зубы чистить, это, что там называется? А, нож. Нет, точно, не буду я его чистить. А вот я попробую очками чистить зубы. Ой, у меня... Ты тоже. Ну, короче, так. Ну, не знаю, сейчас реклама будет. Вот, сейчас реклама. Чих.